Сегодня такое видео. Вышла стабильная прошивка на телефоны компании Xiaomi. Вышла на такой телефон, как Redmi Note 4X. Напомню, существует еженедельная прошивка и стабильная. Вот получается, на одном телефоне у меня установлено, перейдем в настройки, о телефоне получается, обновление системы, даже вот пришло на еженедельную прошивку обновления 1,5 гигабайта. И сейчас посмотрим на телефоне, здесь установлена стабильная версия прошивки. Мы сейчас Wi-Fi выключим, чтобы обновление, нажимаем паузу. Вот получается для сравнения. Один Android на еженедельной прошивке 7.11.6 и второй Android на стабильной 9.0.3.0. Посмотрим разницу, что один у нас телефон, у нем Android 7.0 RD90, что на втором. Обновление версии безопасности системы 0.1.10.17. Ну, версия MIUI разная. Дальше получается, версия модуля связи одно и то же. Авторы и юридическая информация тоже получается одно и то же. Попытаемся найти различия между стабильной и еженедельной. Если взять сейчас яркость на всю, если взять, вернуться к начальному экрану, который я увидел, это вот на еженедельной прошивке есть вот такой экран быстрого доступа, где можно настроить ярлыки, можно настроить заметки, крикет, и нужно оно, не нужно, это вопрос второй. Я думаю, что вскоре он появится на стабильной, но это будет надо ждать полгода, там, например, год. Ну а здесь оно уже существует. По приложениям Google одно и то же. По инструментам так же само, только здесь появился меню сим-карты. Вот так вот получается в результате. Я не увидел никакой разницы. По приложениям, ну, тут, конечно, для каждого появилась MiDrop. И сейчас для того, чтобы протестить с помощью, например, той самой Antutu. Сейчас найдем Antutu. Еженедельная и стабильная. Сейчас, одну секунду. Так, тут проверьте наличие сети, пишет. Включим Wi-Fi, тут Wi-Fi включен. И нажимаем тестирование одновременно. Одновременно не получилось, потому нам все убираем с памяти и будем пытаться нажать одновременно. Нажал одновременно, и как бы сейчас thank you.
версию, получается, тестировал я Antutu несколько раз, ну и получается приблизительный результат. Сейчас посмотрим, то есть это не первый раз я тестировал. Он идет, что одна прошивка, что вторая один в один. То есть больших разниц я не увидел. Больших изменений в самой прошивке, разницы между стабильной и еженедельной, то есть потом производительности, какие-то дополнительные функции. Дополнительные функции существуют только на прошивке, которая еженедельная. Вот сегодня, получается, на еженедельную прошивку пришло обновление, которое весит этот 1,5 гигабайта. Ну и написано исправление багов всяких там. Соответственно, получается, не знаю, если кто-нибудь увидел, какая разница у прошивки, то есть единственное, в чем многие пишут, это на еженедельной прошивке не работает Android Pay. Но что касается как бы страны, в которой живу я, то Android Pay, не знаю, особо не используется, и, соответственно, для того, чтобы нужен был Android Pay, можно было пользоваться, нужен модуль NFC. Модуль NFC, получается, не для каждого телефона есть. То есть это только такие флагманские устройства и то. У меня, например, в телефоне есть модуль NFC, я им не пользуюсь, потому что имеется в виду этим Android Pay. И потому те люди, которые говорят там, что вот стабильная, на стабильность, это действительно, как бы, не знаю, что там стабильного, более чем на еженедельную. У меня еженедельная прошивка, уже пользуюсь более полугода, ничего получается, ничего не меняется, как бы, и ничего не глючит, не подвисает. Но то, что приходят обновления каждую неделю, то есть я понимаю, что над моим телефоном кто-нибудь работает, то есть не справляют какие-нибудь устройства, и все новые функции я получаю в числе первых, то как бы это меня радует. Ну и вот как бы можно посмотреть даже на все тесты Antutu, то есть телефон идет один в один, имеется в виду, что входит. Это же нулевой телефон. Ну телефоны как бы да, телефоны это что новый, что один, что второй, то есть. Нет, это уже поработало. Так что так получается. Ну, сейчас посмотрим, как бы, тест. Еще вот этим телефоном, как бы, пользуется. Ну, а этот телефон нулевый. То есть здесь он мало загружен, не знаю. Этот показал 62 464, это на стабильной прошивке, а на еженедельной 62 000. Ну то есть считай, получается один в один. Здесь экран немного тускнее показано на видео. Почему? Потому что здесь наклеена пленка, еще одна стандартная, я не менял. Здесь уже наклеено защитное стекло. Вот такой результат получается по информации сейчас возьмем это, вернем, здесь нажимаем информацию, то есть можно посмотреть, что один телефон Redmi 4X Android 7.0 64 бита, то есть они идентичны, то есть отличаются только по версии прошивки. И последний тест, который я хочу вам показать, это то есть запуск игры. Раньше я играл в Real Racing. И сейчас одновременно запустим Real Racing. Приблизительно, не знаю, там на долю секунды отличаются один от второго. То есть Real Racing запускается также, получается, одинаково. Эти доли секунды, которые там, поэтому. Потому напишите, пожалуйста, кто заметил какие-нибудь другие нововведения стабильной прошивки, что стало лучше, что стало хуже. Что касается производительности, то есть батареи, тоже ничего особо не изменилось. Что этот, как бы, телефон, что этот, батареи хватает на несколько дней.
Ну и при интенсивном использовании, конечно, если посидеть постоянно в интернете и прочие вещи. Вот такое было сегодня у нас видео на канале. Потому обновляться, не обновляться на стабильный, возвращаться с еженедельной на стабильный или обратно туда, то есть право ваше. Такое видео было видео на канале. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем отзывы. Всем пока, до скорых встреч на канале.